А мы продолжаем наш разговор о проекте «Звуки Владивостока». Я думаю, что очень важно все-таки чуть более подробно рассказать о том, как простые обычные звуки города, которые мы все слышим каждый день, это для нас, в принципе, не ново, можно превратить в настоящую красивую музыку. Во-первых, я должен сказать, что чтобы связать все воедино, я создал мелодию, которая проходит через всю композицию. Она создает своеобразный центр, вокруг которого уже объединяются все остальные звуки, становится как бы ядром фильма. У нее специфическая гармоническая структура, и далее мы переходим к тем отрывкам и тем элементам, которые мы собрали, записывая звуки. И у каждого из них свои параметры, и каждому нам нужно найти способ соединить его с остальными и с общей мелодией. Фильм начинается с того отрывка музыки и заканчивается им, который был мной сочинен. Его играет ряд инструментов, исполняет хор и так далее. То есть его можно слышать в разном исполнении. А далее возьмем, к примеру, звук трубы корабля. Если посмотреть на него на спектрограмме, то мы можем увидеть, что он издает определенную ноту. Например, это будет нота соль. И у него есть своя гармония, которую мы можем попробовать сочетать с другими записями. Если она не подходит, то мы выбираем другую, и это, собственно, способ, которым я и создавал полную композицию. Таким образом, мы пытаемся услышать и воспроизвести голос города, и соединив между собой мелодию и другие звуки посредством гармонии. Также у нас есть ритм, да, который отбивается записями групп барабанщиков. Это церемониальный отряд барабанщиц Далеры Птуза и корейские барабанщики Пушкинского театра ДВФУ. И также они помогают нам выстроить ритмическое полотно. Третья категория — это настоящие голоса, настоящих людей. Например, у нас была с собой небольшая рация, и по ним мы однажды услышали переговоры, скорее всего, каких-то капитанов кораблей и тех, кто был связан с управлением кораблями. То есть мы слышим голоса также в фильме, и что они говорят, это настоящие голоса, да, человеческие звуки Владивостока. Также в фильме приняли участие местные музыканты, в их числе рэперы и другие художники, которые также занимаются произведением, да, музыкальным творчеством, произведением музыки голосом. Да, и, соответственно, их голос также вошел в фильм. Я даже не могу представить, честно говоря, насколько это действительно кропотливая, сложнейшая работа, и сколько пришлось прослушивать эти звуки, сопоставлять их. И, конечно же, музыканты, о которых уже сказали, они, я так понимаю, достаточно серьезную помощь оказали в производстве кино, звуков Владивостока. Маш, я знаю, вы можете дополнить, а тех, кто все-таки помогал. Да, я, во-первых, изначально хочу, как зритель, который один из первых посмотрел, в общем-то, все произведение, и я бы хотела высказать свое мнение. На самом деле это уникальная работа. Я считаю, все должны получить, горожане, этот опыт и послушать это произведение. Все мы можем слышать музыку или звуки города, или звуки природы, или звуки голосов. То есть или мы можем закрыть уши и ничего не слышать, да? Но Мариусу удалось построить звуки символов города. То есть все произведение, вот мне кажется, больше можно назвать какой-то симфонией о городе. Причем, ну, о таком, наверное, все-таки видении города приезжего человека. Вот, и в этом такая, мне кажется, большая сила и уникальность этого произведения. То есть это звуки символов. Мне кажется, все должны это услышать. А по поводу участников, очень много людей подключилось, очень много институций. В первую очередь это, конечно, Заря, не то что подключилась, а которая вообще инициировала это и привезла Мариуса сюда.
Адель расскажет, да, про другие институции, а я бы хотела отметить, что вот многие художники, такие как Илья Зинатулин, Михаил Павин, Константин Соломин, музыкант, они все к этому серьезно подключились, там наперебой советовали и предлагали свозить Мариуса куда-то. Ну, это здорово, много людей приняли в этом участие и... Жили, мне кажется, этим проектом очень многие. Действительно, вы сейчас перечисляете имена, фамилии в течение программы. И мы знаем этих людей. Это все известные художники, музыканты, творческие люди нашего города, другие. И действительно здорово, что все они приняли участие. То есть это такая сеть людей, и все помогли Мариусу создать это произведение. Адель, ну не могу не спросить и вас, конечно, думали ли вы вообще, что когда-нибудь услышите действительно, в прямом смысле этого слова, музыку города? Ну, конечно, для нас это очень необычный эксперимент. Я до того, как мы пригласили Мариуса, смотрела, скажем, видео с записями его предыдущих работ, это каждый раз нечто на стыке, скажем, музыки в том понимании, к которому мы привыкли, да, и каких-то альтернативных практик. Это всегда эксперимент. Это может быть в качестве, не знаю, ударных были использованы там автомобили, какие-то части. Это как бы известная его работа и так далее. То есть мы примерно могли знать, что мы увидим, да. И, как мне кажется, тоже как человек, уже увидевший проект, могу сказать, что, в принципе, наши ожидания, наверное, оправдались очень сильно. И да, хочется, конечно, сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся, тем более, что действительно это то, чего мы хотели, чтобы это был не просто проект, не видение одного человека, а чтобы местные жители включились, помогли и потом увидели этот же результат. И для нас, конечно, очень важно то, что участие приняли такие большие институции, как Дальневосточный федеральный университет, в частности, его творческий центр, Пушкинский театр ДВФУ, это молодежный центр Андаль Рыбтуза, это очень интересный момент, Покровский собор, как бы религиозная институция, с которой мы никогда до этого не работали. Это и морской терминал, и проект «Открой Владивосток». Это как бы огромное количество друзей, которые мы заполучили, как мне кажется, за это время, за что, конечно, хочется сказать им спасибо. И те люди, которые писали нам через соцсети, которые находили нас и делились своими идеями, хочется сказать им огромное спасибо. Спасибо вам. А мне хочется сказать также спасибо и вообще рассказать о человеке, который одну из главных ролей в создании этого проекта сыграл. Это ваш фильммейкер, как он любит себя называть. Расскажите, пожалуйста, о работе именно непосредственно над картинкой этого фильма. Была ли наверняка какая-то вообще специфическая работа? Потому что, конечно, это необычное кино, совершенно необычное. First of all, I would like to say that this project wouldn't have been possible without the... Во-первых, я хотела бы сказать, что наш фильм не был бы возможен, конечно же, без участия моего коллеги Костиса Николаса, и его вклад, собственно, определил то, что мы смогли сделать то, что сделали. Без него этого бы никогда не состоялось. И должен сказать, что нет другого такого медиа, которое могло бы... скажем, так хорошо дополнить именно музыкальную составляющую. То есть, может быть, когда-то мы сможем увидеть город откуда-то сверху и проецировать вид, что там происходит, и это как бы не будет чем-то визуальным. Но по факту, действительно, на настоящий момент ничего не может заменить нам видео. И оно закрывает те моменты, которые не может закрыть звук и аудио. Нам показалось, что в городе есть даже какая-то мистерия, какая-то тайна, и мы хотели довести ее градус до определенного состояния, поэтому тут без видео мы бы, конечно, не справились. И с одной стороны, у нас были огромные возможности в записи звуков, и это было безумно интересно. С другой стороны, это те как бы, вот технические способности, которые есть у видео, они помогают нам передать это как можно более близким к тому, как это есть на самом деле, и вы можете как будто бы самостоятельно прочувствовать то, что прочувствовали мы. И важно, что видео — это тот жанр, который может очень легко быть
перенесен из одной точки мира в другую, соответственно, он может путешествовать вместе с нами. That with a long-term effect. Я еще хотела бы сказать и про Костиса, и про Мариуса, что это большие экстремалы. Во-первых, они второй раз уже приехали зимой во Владивосток. Во-вторых, они забирались и на лед, то есть замерзшие. В принципе, в марте я считаю, что это уже экстрим. И практически в клетку с тигром залазили. И даже в 2 часа ночи заходили в гостинки. Поэтому... Это самое страшное, прошу заметить. Поэтому действительно это была серьезная работа. Во-первых, она была очень масштабная, много людей, много мест. И, во-вторых, она действительно была в какой-то степени экстремальной. Да, мы не сомневаемся, потому что, конечно, и сама, как я говорила, кропотливость этой работы, она уже говорит о том, что люди не боятся, да, ничего, наверное, пожалуй. Ну и, конечно, Владивосток с его суровым климатом и суровыми даже животными, которые здесь живут, Мариус и Костис, они не побоялись, как вы сказали, зайти в клетку с тигром, что уж тут говорить. Но результат того стоил, конечно же. И я думаю, что как раз мы очень логично подошли к тому моменту, когда, наконец, пора пригласить жителей, гостей Владивостока увидеть уникальный, не побоюсь этого слова, в мире проект, фильм «Звуки Владивостока», «Sounds of Владивосток». Где это можно сделать? Когда, я думаю, Адель и Мария сейчас пригласят горожан? Да, в первую очередь, поскольку проект был осуществлен как часть программы арт-резиденции «Заря», конечно же, мы очень рады пригласить всех увидеть его в нашем кинозале. Это случится в следующую пятницу, 15 декабря. В 8 вечера. Вход, как всегда, у нас свободный, поэтому мы ждем всех желающих на первую премьеру в Владивостоке. А у меня еще небольшая предыстория. Есть какие-то вещи, которые витают в воздухе. Это как вот мода, например. В этом сезоне модно белое или что-то такое. Также звуки витают в воздухе. И, наверное, какая-то информация о них витает в воздухе. И вот на днях мне позвонил человек и спросил: «Маша, у тебя случайно нет вот такой вот диска с записями звуков Владивостока?» Феноменальная вообще история. Да, абсолютно. И он на самом деле ничего не знал, да, об этом. И также написал мне Мариус, говорит: «Маш, мы вот презентуемся в «Заре», но так как такое большое количество людей принимало участие в этом проекте, я хотел бы, чтобы как можно больше горожан, чтобы эта мировая премьера была такой масштабной и массовой». Я говорю: «Ну хорошо, давай поищем место». И при поиске места я узнаю, что кинотеатр «Владивосток» сейчас закрыт на ремонт, ну, часть его, и вот как раз в декабре открывается. И причем открывается с первым во Владивостоке уникальным цифровым звуком. То, что нужно вообще для этой картины. Да, то есть как-то так все очень сложилось. И, конечно же, они согласились. И, на самом деле, мировая кинематографическая премьера состоится именно в кинотеатре «Владивосток» 19, 20, 21. И помимо этого, у горожан есть возможность посетить другие места, послушать лекцию и увидеть этот проект. Это и клуб «Контрабанда» 16 декабря, почти каждый день, и Пушкинский театр 17 декабря, библиотека «Бук» 18 декабря, и 24 января, 23-го в Приморской краевой филармонии, а 24 января этот фильм будет представлен на открытии Берлинского кинофестиваля. Также хочу добавить, что всю информацию подробную можно еще раз увидеть, посмотреть что-то, что захотелось узнать, может быть, более подробно после нашего разговора на сайте специальном, который сейчас телезрители видят на нашем экране. И, конечно, хочется в конце нашего выпуска сказать отдельное спасибо Мариусу, сказать вам спасибо за то, что вы поддержали этот проект. И я думаю, стоит сказать сейчас всем жителям практически Владивостока, потому что все так или иначе сыграли эту симфонию Владивостока, написанную Мариусом. И я думаю, что лучше подарка на Новый год, чем фильм «Музыка Владивостока», «Звуки Владивостока» не придумаешь. Мариус, спасибо вам большое. Мы ждем еще проектов обязательно. Я уверена, что «Звуки Владивостока» перерастут в звуки других городов мира всех. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. И вам спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.